А вот и наша елочка уже готовая стоит. Она у нас маленькая, миниатюрная, но очень красивая. Всякие такие украшения дополнительно к ней подобрала. Видите, какие крошки. Костюм. Костюмчик для шампанского. Что у нас там еще? Леденец. Тут будем подарочки складывать под елочку нашу. Кстати, я такой жутко ярый противник натуральных елок. Я обязательно посвящу этому пост, потому что я не понимаю, как люди могут вырубать деревья, которые растут сотни лет. Просто как вообще? У вас совесть не мучает, когда эта елочка стоит? Запах от нее, многие говорят. И что? Запах. Надышались вы на столько лет, сколько она росла? В общем, не буду ничего говорить плохого про таких людей, потому что меня можно не остановить. Ребята, слушайте группу Мохито. Нет, она светлая, и вам все скажет. Я не буду спорить другого. Смотрите, какой шикарный букет нам сегодня подарили. Ну, точнее, мне. Скоро вы узнаете, почему и за какое событие в нашей жизни мы еще получили. Покажу такую премию, премию года от Дома 2. Ha ha ha.